Октябрьским районным судом города Мурманска в составе председателя высшего судьи Москвы и секретаря жителей. Подходы к составу суда имеются? Не имеют. У меня имеются. Пожалуйста, слушаем вас. Ваши основания для отвода. Я считаю, что имею право, чтобы начатое рассмотрение дела было продолжено тем судьем, судьей, который начато. Предыдущее судебное заседание, которое мы присутствовали, было отложено в связи с истребованием документов. То есть вы считаете, что дело должно быть рассмотрено в составе того суда, в котором... Конечно. Значит, суд информирует участников процесса, что сегодня мы разрешаем только какие-то ходатайства, вопросы, посмотрим, что у нас поступило в материалы дела. И данное дело будет отложено на рассмотрение в составе того суда, которым дело начато. Ну, тогда я не вижу оснований здесь вообще участвовать. Пожалуйста, вы вправе не участвовать, не принимать участие. Это процессуальное право стороны. Поясню, почему я считаю. Я судье не доверяю Масловой. Ну, так вы заявляете суду отвод? Да, я заявляю отвод, просто я начал с более глобального. А поскольку сейчас будут какие-то мелкие процессуальные вопросы решаться, я считаю, что даже в этом случае судья Маслова не имеет права рассматривать дело, потому что, на мой взгляд, она выносит неправосудные решения. К сожалению, я не мог обжаловать то последнее решение, которое состоялось, потому что, в конечном итоге, это не мое дело, это решает заказчик. Вот. Апелляционная жалоба была подготовлена, не знаю, подана она или не подана. Но я Давайте поговорим, мы сейчас рассматриваем абсолютно другое дело. Вот по данному делу, в связи с чем вы полагаете, что суд в данном составе не может рассматривать дело? Поясняю, любое дело, которое рассматривается в суде, очень юрисдикция, проводится в открытом судебном заседании, когда судья выносит, скажем так, незаконное решение удалить слушателя, раз, когда судья незаконно отказывает в выдаче решения, которое только что было изготовлено, я говорю про резолютивную часть решения. Я считаю это, на мой взгляд, заведомо неправосудные действия. Мы сейчас не выносим никаких резолютивных решений. Я говорю о том, что я не доверяю судье, который ведет себя таким образом. Я считаю, что это недостойное поведение судьи. Я считаю, что судья незаконно запрещает видеофиксацию судебного заседания, незаконно запрещает слушателям присутствовать, в том числе и фиксирует на видеозапись оглашение решения суда. Это все говорит о том, что судья предвзята, она что-то пытается скрыть. Я считаю, что это недопустимо. Поэтому я не хочу, чтобы в этом деле участвовал судья, которому я не доверяю. Скажите, пожалуйста, какие-то основания для отвода суда в данном составе применительно к статье 16 ГПК? Можете привести? Да, конечно. Я же вам привожу. Я вам привожу обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что судья как-то заинтересован. Конкретно вот у нас основания перечислены. Первое, это при рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, помощника судебного секретаря, представителя свидетеля, эксперта, свидетеля, переводчика, являлся судебным примирителем по данному делу, является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей, лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. Так вы на какое? Вот имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности. Я же вам их привел, я вам привел о том, что у нас открыто судебное. Давайте я еще раз перечислю. Значит, первый момент, то, что открытое судебное заседание происходит почему-то только по усмотрению в вашем лице значит, запрет на видеосъемку, хотя другие судьи разрешают, в том числе, я так понимаю, и Зимина разрешает, и другие судьи, другие суда. Это не право суда, вы злоупотребляете. Вам суд после того, как разъясняет права, разъясняет также положение статьи 10, части 7, о том, что видеосъемка, вы вправе вести ход судебного заседания в письменной форме, либо аудиофиксацию вести, но видеосъемка, трансляция хода судебного заседания разрешается только за разрешение суда. Еще раз, наглядное доказательство предвзятости судьи, потому что судья ставит на свое усмотрение мое право вести видеофиксацию. По согласованию, да, суд не имеет права запретить. Запрещается только в случаях, когда на то есть какие-то веские обоснования. Ну как достаточно? Разрешите, я все-таки закончу мысль. Потому что когда Верховный суд разъяснил, четкий порядок указал, запретил немотивированный отказ в
введение видеофиксации, и судьи игнорируют это, Более того, некоторые судьи здесь, я буду говорить прямым языком, потом фабрикуют на меня какие-то административные дела, составляют какие-то протоколы судебные приставы. Понятно, это все разлетится. Понимаете? Я не доверяю ни вам, ни Хуторцевой, ни Белозерской. Меня устраивает та судья, которая начала рассмотрение дела. И поэтому я хочу, чтобы любое, какое бы вы действие не совершали, чтобы это было не с вашим участием. Ну, по крайней мере, в этом деле, которое было начато первоначально судьей. Я так понимаю, у нас электронное там распределение есть. Я надеюсь, что все-таки начатое судьей дело будет закончено. Хорошо, пожалуйста, присаживайтесь, изменения по заявленному ходатайству. Не поддерживаем ходатайство. Основание для отмены испытания имеется. Это личное неприязнь. Возможно. Разрешается заявленное ходатайство применительно к основаниям, предусмотренным статьей 16 ГПК РФ. Суд не находит основания для удовлетворения данного ходатайства. Каких-то фактов и доказательств того, что судья под председательством судьи Масловой, суд под председательством судьи Масловой имеет заинтересованность в исходе дела прямо или косвенно, либо иные какие-то обстоятельства, свидетельствующие о том, что суд не беспристрастен, не имеется. Те основания, которые привел представитель, они относятся к статье 10, которая предусматривает право суда разрешить или запретить видеосъемку. Пожалуйста, присоединяйтесь. У меня есть возражение, я имею право давать возражение. Хочу обратить внимание, опять же, на постановление Верховного суда, который сказал, что удаление слушателей, это называется, это нарушение профессиональной этики судьи. Он специально это прописал. Он конкретно прописал, что не перебивайте меня. Зачем? То есть, то, что касается слушателей, значит, нельзя их удалять. Это первый момент. Второй момент. Все-таки я понимаю, что это для вас может быть не нормативный документ, но это все-таки вышестоящий суд, который в итоге выносит окончательное решение. Вы должны все-таки прислушиваться к мнению Верховного суда. Тем более, когда он обобщает судебную практику. И более того, если нет у вас мотивов, нету мотивов, понимаете? Мотивов нет. Где у нас в данном судебном заседании слушатели? Я говорю о том, что были основания. Мы рассматриваем абсолютно другое дело. Сегодня у нас в судебном заседании присутствует представитель суда и представитель адвоката. Уважаемый суд, я не собираюсь с вами спорить, я просто огласил свои возражения. Сейчас я заявлю ходатайство о ведении видеофиксации и посмотрим, как вы будете реагировать на данное мое ходатайство. У меня ходатайство. Подождите, до ходатайства мы еще не дошли. Возражение свое высказали? Да, я думаю, что это зафиксировано. У нас ведется аудиозапись судебного заседания, поэтому у нас все действия, все слова фиксируются. Да я знаю, это у вас есть. Здесь права, предусмотренные гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, лица, участвующие в деле, вправе знакомиться с материалами дела, делать выписки, заявлять ходатайство, обходы, представлять доказательства, участвовать в исследовании, знакомиться с протоколом судебного заседания, в том числе по результатам аудиопротоколирования, обжаловать судебные акты, вынесенные по результатам рассмотрения дела. Истец вправе изменить предметы или основания иска, отказаться от иска полностью или частично, ответчик вправе признать иск, сторону вправе окончить дело мировым соглашением. Лица, участвующие в деле, вправе также пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Разъясняется также в соответствии с частью 7 статьи 10 ГПК РФ вести ход судебного заседания в письменной форме, либо аудиофиксации, видеофиксация, трансляция хода судебного разбирательства допускается только за разрешением председательствующего. Права понятны? Понятно. Права непонятны. Вводите в заблуждение. Права понятны. Хорошо. Какие-то ходатайства имеются? Права непонятны. Все-таки разъясните мне по поводу разрешается. Все-таки по согласованию, я понимаю, проводится. Это нет у вас такой функции запретить либо разрешить. Я должен только согласовать. Только за разрешение председательствующего. Прошу разрешить данный вопрос. Вы заявляете о ведении видеофиксации, да? Конечно. Пожалуйста, мнение представителя ответчика. Я хочу еще пояснить. Давайте я сразу поясню, чтобы опередить тот мотив, по которому вы вдруг решите мне отказать, ссылаясь на то, что ведется аудиопротоколирование и тому подобное. Одно другого не исключает. Я могу вести
и суд может вести и аудиопротоколирование, и видеопротоколирование, и как угодно. То есть не надо ограничивать мое право, да, для фиксации с нескольких камер, с одной камер, иметь резерв и тому подобное. Тем более моего доверителя здесь нет в судебном заседании. Я хочу фиксировать и конкретно показывать людям. Вы аудиозапись же ведете? Я вам не говорю, я веду аудиозапись, я не обязан перед вами отчитываться. Я вам просто сейчас объясняю причину, что не надо ставить зависимости, веду я запись, не веду я запись. Суд задал вам вопрос, ведете ли вы аудиофиксацию. Вы вправе не ставить суд об этом в известность, но на вопрос суда ведете вы или нет аудиофиксацию. Не обязан отвечать, я не буду. Вы считаете, не обязан? Конечно, не обязан. А вы считаете, что я обязан? Назовите норму права. Нет, ну вы не ответили на вопрос суда. Хорошо. Я считаю, что этот вопрос не имеет отношения. Поэтому теперь продолжая, я все-таки хочу, чтобы не ставилась зависимость от вот этих технических моментов, о том, что ведется аудиопротоколирование, оно в каждом судебном заседании ведется. Поэтому никак не может быть причинно-следственной связи между видеофиксацией, по моему желанию, да? Если есть какие-то основания, ради бога, мы можем разрешить на какой-то промежуток времени, хотя бы там чуть-чуть, да, какие-то важные моменты. Например, какие вы считаете важными? Ну, я считаю, что важные доводы, какие будет приводить сторона. Я считаю, что какое решение судья будет выносить, определение и тому подобное. То, что можно показать людям. Показать доводы, показать мои доводы, понимаете? И сопоставить. Потому что у людей есть тоже мозг, они также умеют читать, смотреть видео, делать оценку. Не только суд делает оценку доказательствам, и люди делают оценку доказательствам, так же, как кажется, и присяжные. Поэтому не надо ничего скрывать. Тут ничего не скрывает? Так, если ничего не скрывать, тогда я не понимаю, зачем удалять слушателей. У нас судебное заседание, слушатель у нас по данному делу слушателя не имеется. Я говорю про в целом ваше отношение к правосудию. Вы ходатайствуете о ведении видеозаписи? Конечно. Это уже другой вопрос, буду я не буду вести, но я считаю, что это право должно быть у меня реализовано. Хорошо, понятно. Пожалуйста, мнение представителя ответчика. Уважаемый суд, мы возражаем, потому что данные в видеозаписи используются в рекламе, там фиксируется мое изображение, фиксируется моя фамилия и имя отчество, при этом оскорбляются участники процесса, нарушается и конституция, и закон о защите прав потребителей, и ГПК, и закон о персональных данных, и другие законодательные нормативные акты Российской Федерации. Поэтому мы возражаем против видеофиксации процесса для того, чтобы показать, опять же, озвучить для своих слушателей, как говорит уважаемый представитель, достаточно аудиопротокола. Я не хочу мелькать на его видеозаписи, на его страницах. Я узнаваемый человек, я имею право. Это мое право конституционно не показывать свои биометрию, свой голос, свой внешний вид, свою фамилию, свои персональные данные. Я имею на это право. Это конституционное право. Это не разъяснение Верховного суда, это главенствующий закон нашей страны. Реплика. Реплика. Ну, с учетом столько много сказано, все-таки я хочу обратить внимание, что мы находимся в суде. Они находимся, я не знаю, где-то в частной квартире, это не частная жизнь. Вы если пришли защищать сюда чьи-то интересы, то, пожалуйста, исходите из того, что вы на данный момент публичный человек, на вас могут смотреть камеры. Но я готов учесть ваши пожелания, я готов установить таким образом камеру, как судья вам подскажет, чтобы вы не попадали в кадр. Мне вы как человек именно неинтересно. Мне интересно, что вы будете говорить, понимаете? Как представитель ответчика. То есть и суд может не попадать. Достаточно, чтобы я попадал. Потому что людям интересно смотреть, в том числе на меня, я не скрываю. То, что, кажется, я публичный человек на данный момент. Пытаюсь до вас донести, что не надо ограничивать. Суд, совещаясь на месте, определил отказать в удовлетворении ходатайства о ведении видеофиксации хода судебного заседания. Представитель вправе вести аудиофиксацию судебного заседания. Тем более, что сам пояснил то обстоятельство, что ему важно то, чтобы люди слышали, а не видели. То, что он говорит, то, что говорит суд, то, что говорят иные участники процесса. Данное дело не является каким-то социально значимым, каким-то... Не решили. Ну, суд не видит оснований вам для... Вам не надо видеть. Это мое желание. У меня есть возражение. Суд отказал в удовлетворении, когда суд не дошел до оснований. Я услышал. А ваш мотив, как я воспринял,
ну вы так считаете. То есть это ваше личное мнение. То есть каких-то объективных оснований для отказа нету. Ну вот вы так считаете, что это незначимо. Вы считаете, что моим зрителям нужно слушать, а не видеть. Суд озвучил свое мнение и определение. Мне интересно мнение, мне интересно решение и определение суда в соответствии рамках закона. Здесь мнение, как бы, на мой взгляд, неуместно. Я все-таки закончу. Я закончу возражение. Я считаю, что я имею право без перебивания иметь возможность высказаться и зафиксировать в протоколе. Вы одно и то же начинаете повторять, понимаете? Ну, для вас, может быть, это одно и то же. Вас выступление. Вы уже это делаете. Да, кстати, это еще один из доводов, почему у меня есть основания вам не доверять. Потому что вы еще до начала прений уже установили какие-то рамки, что вы не имеете права делать, понимаете? Гражданский процессуальный кодекс, и это также позволяет... Да, но это в рамках, если идут прения, и потом в процессе затянулись речи. А когда вы изначально устанавливаете ограничения, еще даже никто не начал говорить, когда мне тут мою личность обсуждали очень долго времени, у вас времени не хватило на прения. Мы сегодня другое абсолютно... Я понимаю. Но у нас... делает вам замечание, уважаемый представитель. Да, потому что вы меня уводите, вы меня перебиваете, я не могу закончить свои возражения, даже начать их не могу, потому что вы меня перебиваете. Все-таки считаю, что в данном моменте ваш отказ удовлетворить ходатайство не обоснован. Мотивы, я считаю, тоже не приведены. Потому что вы не имеете права давать оценку тому, как будут смотреть мои зрители. Вы можете не смотреть мои видео, это ваше личное дело. Но моим зрителям нужно видеть. И нужно вживую видеть то, что происходит здесь, понимаете? Чтобы у них не было сомнений о том, что я там что-то монтирую, вырезаю. Вы понимаете, звук легко вырезать. Не знаю, не понимаю. Не понимаете. Не смотрела ваши. Поинтересуйтесь у Белозерской. Как это все делается? Понимаете, о чем я говорю? Нет. Посмотрите мои видеоролики. Как можно легко монтировать звук. Мне а видео сложнее. Смотрите, уважаемые представители СТА, ваши видеоролики. Вот если вам не интересно, то, пожалуйста, не надо ограничивать моих зрителей. Сказали. Нет, еще не все сказал. Я заканчиваю возражение. То есть я считаю, что ваше личное мнение в данном вопросе, вы не участвуете в рассмотрении, просмотре моих видеороликов, но даете уже оценку им, что вам интересно, что неинтересно, кому интересно и так далее. То есть возражение закончил, и теперь у меня будет отвод. То есть теперь у меня в связи с тем, что вы ограничите в открытом судебном заседании мое право на видеофиксацию открытого судебного заседания, я заявляю вам отвод. Потому что это очередное обстоятельство, свидетельствующее о предвзятости вашем. Прошу разрешить. Пожалуйста, мнение представителя ответчика. Уважаемый суд, мы считаем, что это неуважение, высказанное неуважение к суду, поэтому здесь вполне возможно применить и 157-ю, 159-ю статью ГКК и сделать замечание представителю с последующим удалением из зала заседания. Потому что на самом деле мы сидим здесь часами, слушаем об одном и том же, а дело с ним двигается с мертвой точки. Мы считаем, он умышленно затягивает таким образом процесс, дабы увеличить свой гонорар. Уважаемый суд, у меня реплика. Хочу, чтобы вы сделали замечание стороне, потому что на данный момент меня обвиняют в совершении какого-то правонарушения, а именно к неуважению к суду. Я очень корректно и достаточно четко выражаю свои мысли. И сейчас меня в чем-то обвинять, это, я считаю, что не то, что некорректно, это клевета, которая происходит в судебном заседании. Прошу пресечь, и все-таки, чтобы сторона ответчика воздержалась от таких оценочных суждений о моей личности. То, что касается, чем я там зарабатываю либо не зарабатываю, ну, мы все здесь чем-то зарабатываем. Даже судья зарабатывает, находясь на этом месте. И вы зарабатываете, и я зарабатываю. Это не относится, да. Поэтому я хочу, чтобы все-таки, раз прозвучали такие, скажем так, высказывания в мой адрес, сделайте замечание, чтобы все-таки мы корректно вели. Не усматривает оснований для замечания представителя ответчика, поскольку суд запросил мнение у представителя ответчика относительно заявленного ходатайства. Присаживайтесь, пожалуйста. То есть разрешается заявленное ходатайство. Правильно понимаю, что если у меня возникнет мнение какое-то негативное, я могу его высказывать в таком утвердительной форме.
Нет, вы неправильно понимаете. Неправильно. Но сейчас в утвердительной форме. Это не было как мнение, это было как утверждение. Можно пояснить? Так, нет, достаточно. Суд разрешает заявленное ходатайство. Совещаясь на месте, суд определил отклонить ходатайство об отводе судьи, председательствующего по делу. Основание, предусмотренное статьей 16, представителем ИСА не приведено, то обстоятельство, что суд отклонил ходатайство о ведении видеозаписи, не является основанием, которое ставит под сомнение беспристрастность судьи и заинтересованность в исходе дела. Иных оснований представителям не приведено. Ну, соответственно, у меня зафиналить данный вопрос, возражение будет. Значит, с учетом того, что судья не усматривает основания, при этом, на мой взгляд, основания есть, я хочу сделать возражение, которое заключается в том, что мои доводы, они обоснованы. Почему? Потому что основания приведены не будут. Поэтому считаю, что отказ в удовлетворении моего заявления об отводе не обоснован. Прошу это учесть. Хорошо, иные ходатайства какие-то имеются у вас? Имеются. Слушаем. Считаю, что необходимо сделать перерыв, потому что, как я говорил, что в предыдущем судебном заседании были истребованы документы, хочу с ними предварительно ознакомиться. Суд сейчас будет оглашать, а потом мы уже, наверное, сделаем перерыв или отложим судебное разбирательство. Документы никакие не поступили. Суд информирует участников процесса, что на запрос суда документы не поступают. Ну, тогда возникает вопрос, что мы будем оглашать? Тогда давайте откладывать сразу, решать вопрос об отложении. Мы давайте разрешим сейчас ходатайство, разрешим возможность начать рассмотрение дела по существу, и затем уже будем разрешать вопрос об отложении, либо объявлении перерыва. Уважаемый суд, я хочу просто пояснить, этот вопрос уже решался в предыдущем составе суда, очень подробно было все изложено, я не вижу смысла вот эту вот воду потолочить или ступу. Смысл заключается в том, что ответчик даже не оспаривает тот факт, что работы не были никакие оказаны, просто не вернули до конца деньги. Ну, суд видит, это материал. А вот как раз в связи с этим и были затребованы документы. То есть мы сейчас не получим ответ. Сейчас вопрос не о том, были работы, не были это работы. Это относится несколько другим уже обстоятельствам. Это относится уже к возможности начать рассмотрение дела по существу. В данный момент вы считаете, что необходимо либо отложить, дождаться ответов на запросы суда, сделать повторные запросы, либо объявить перерыв, так? Я принимаю только одно решение со стороны ответчика. Это признание иска. Других вариантов здесь быть не может. Если сейчас поступит такое заявление, все, я готов рассмотреть по существу, утвердить признание иска и все на этом и разойтись. А если мы сейчас будем заново заслушивать доводы, о которых уже было много раз сказано в предыдущем судебном заседании, судья владеет ситуацией, тем более вы сказали, мы сейчас не решаем вопросы по существу, мы решаем какие-то процессуальные вопросы. На данный момент процессуальный вопрос, документы не пришли, повторить запрос. И наказать тех товарищей, которые не выполнили судебный запрос. Хорошо, представьте, пожалуйста, представители ответчика какие-то ходатайства имеются до начала? Да, у нас в прошлый раз было запрошено расчет стоимости для пациента. Здесь имеется подпись истца. В процессе полный расчет стоимости, который является приложением к договору. Данный расчет всегда выдается истцу, ну, клиенту на руки, поэтому данный расчет должен быть определен. А какое имеет это отношение? Мы сейчас не обсуждаем. Вы подождите, пожалуйста. Вы в прошлый раз сказали, что нет расчета, что план лечения, он ни на чем не основан, ни на расчете, ничего. Председатель суда запросил у нас расчет для пациента. Здесь имеется подпись истца. Ну, я не знаю, уважаемый суд, может быть, я, конечно, поясню, с моей стороны таких вопросов не поступало. Вы меня простите, предоставлен документ, вы против приобщения? Конечно, будет, он не потерян. В предыдущем судебном заседании вопрос был решен. Никакие работы не оказывались, просто верните ровно ту сумму, которую получили. Все, как мы вернули ровно ту сумму, которую ну вы не получили. Ну как, документально покажите. Мы все представили. Простите, пожалуйста, если вы не владеете ситуацией и не ознакомились. Что я владею, судья очень подробно разбиралась. В связи с этим мы сделали запрос. Я не вижу смысла сейчас повторно ковыряться в этом всегда да и тому подобное.
Так, хорошо, понятно. Вы против приобщения данных? Это не по существу документ. Почему? Потому что мы не обсуждаем. Данный документ был запрошен. У меня ходатайство, но вам слова не давали. Данный документ был запрошен председателем суда, поэтому считаем возражение представителя истца несущественным. Уважаемый суд, пытаются подменить понятие. Суд запрашивал не вот это приложение к договору, он запрашивал обоснование вот той разницы между то, что они нет, заплатили, и то, что они не заплатили. Так, я просто поясняю. Я поясняю. Это ваше мнение. Это не мнение, это то, что у нас возник вопрос, мы потому что вокруг этого только и разбираемся. Что это за комиссии, которые вы удерживаете, либо кто удерживает? Вообще, мы никаких комиссий не удерживаем, еще раз говорим. Нарушения права какие у нас? Читайте закон о защите прав потребителей. В каком судебном заседании суд запросил данный документ? 23 июня? Вот последний, который был. 23 июня. 23 июня. Присядьте пока. Насколько я помню, там я один был. Вас не было, да, вы были лично? 7 июля не было. У нас было ходатайство о переносе, а 23 июня я была. А я был? И вы были, конечно. Вы сказали, что план лечения от руки написан, расчета нет, и на этом основании у нас судья запросила расчет. Нет, там вообще не обсуждалось вообще лечение. Я не вижу в протоколе. В протоколе судебного заседания я не вижу. Нету. Там встал вопрос, что представитель ИСА говорил о том, что план лечения написан от руки. Да я вообще об этом не говорил, это неинтересно. Нет расчета стоимости услуг, то есть договор является эффективным, поскольку нет точного расчета. Точный расчет есть с подписью ИСА, то есть признание эффективности договора. Ну, опять же таки, в исковых требованиях они не указывают, а признание этого договора несущественным. Mm-hmm. Поэтому, ну, собственно говоря, на усмотрение суда мы принесли... Уважаемый суд, можно я все-таки сделаю реплику, потому есть. Что я понимаю, что сейчас легко говорить то, что сейчас вот звучит со стороны представителя ответчика, ну все было не так. Я несколько раз, не перебивайте, я сейчас могу высказаться, я несколько раз зафиналил, подчеркнул судье, все, мы озвучили, все, должно быть протоколь, на аудиопротоколе, самое важное, что никакие работы не оказывались, и то, что вопрос только о возврате денег. И вопрос только встал о возврате денег, почему вы вернули не все деньги. Не все денежные средства, понятно. Все, здесь вот это не имеет никакого отношения. По сути, был признан иск, но мы не можем понять, почему сумму тогда не вернули, вот эти 15 тысяч, извиняюсь за выражение, удержали. А это именно расчет стоимости для пациента, именно к его договору, да? Да, уважаемый суд, это и к нашему, ну то есть к нашему экземпляру, и к экземпляру. Суд определил приобщить данные расчет стоимости для пациента. Это и приложение к договору. Потому что является прежде всего приложением к договору, но может быть оно не несет в себе какого-то юридически значимого для рассмотрения данного дела. Возможно, да, но это будет решаться в ходе рассмотрения дела по существу. Хорошо. Уважаемый суд, я просто хочу обратить внимание, вот слово «расчет» подразумевает какие-то арифметические действия. А здесь просто таблица, прайс. Да, да. Прайс. Приложение к договору, что такая-то услуга стоит столько-то денег. А это не имеет никакого. Так, прекратите, пожалуйста, расчет. Уважаемые представители, пререкаться друг с другом. Говорит один, значит, говорит один. Ну, вообще-то я говорил сейчас. Вот про это суд и говорит. Вот когда меня перебивают, вы делаете замечание. Хотя я как раз сделала замечание сейчас представителю ответчика. Принимается тогда. Хорошо тогда. Продолжаем тогда дальше. Так, разрешается вопрос о возможности начать рассмотрение дела по существу при данной явке и при данных документах. Значит, суд информирует еще раз участников процесса, что судом были запрошены документы у третьего лица ООО «Кредит энд Финанс Банк». До настоящего времени документы по запросу суда не поступили. Кроме того, в предыдущем судебном заседании у нас вставал вопрос о привлечении в качестве третьего лица ООО «Всегда да». Это что за лицо «Всегда да»? Поясните, пожалуйста. Давайте я поясню, как я смог разобраться. Значит, вот очень схематично сначала, а потом конкретно к делу. Есть покупатели, есть продавцы, есть банки.
Вот всегда да, это оператор, который соединяет покупателей и продавцов, ну, и банк. Да? Да. То есть у продавца есть договор всегда да. Угу. У них есть соответствующая база, ну, компьютерная, там как, они туда заходят с паролями, там все. И дальше, пользуясь вот этим продуктом, они вводят туда персональные данные человека, покупателя. Покупатель говорит, у меня денег с собой нету, я хочу вот этот, условно говоря, телевизор. Вот, они вводят, и вот эта система всегда, да, она рассылает там 10 банков. Так, вот а это, к нашему делу? А так оно и есть. Вот, да? Только не телевизор, а стоматологические услуги. То есть здесь предмет, как бы, он может быть разный. То есть это система работает с разными продавцами. Поэтому, ну, насколько я помню, вроде 10 банков на данный момент подключены. Ну, а что, это лицо всегда, да, оно взимает какую-то комиссию, комиссионную? Без понятия. То есть вы не знаете. Клиенты, именно покупатели, они в этом деле никак не участвуют. Угу, угу. То есть им вообще... Это между банком и вот этим всегда... Да, у них должен быть договор. Более того, чтобы этой системой пользоваться, всегда, да, выделяет либо своего работника, который, ну, вводит эти персональные данные, либо специально обучивает работника этого магазина, который уже непосредственно этим занимается. Mm-hmm. Вот. То есть, в принципе, как я обращал внимание, на аудио зафиксировано, каким образом происходит обман. Mm-hmm. Потому что о чем я говорил, то, что мне каждый раз рот затыкали, я все-таки это установил. Был направлен человек, которого обманули, ну, таким же самым путем. То есть никакого там вот этого, что здесь рассказывалось, не было. Четко зафиксирован, каким образом происходит обман. То есть говорят о том, что в рассрочку вам сейчас эти услуги сделают. Более того, тайно, еще хочу обратить внимание, получают этот пин-код у человека, вводят в этот компьютер, то есть... Это покупатель, пациент, даже не знает, что на него сейчас оформляют кредит. Ему потом приходят только смски. Угу. Если он не обращает на это внимание, он даже может и не знать, что были взяты кредиты. Я поэтому и хочу дождаться наконец-то решения. Я думаю, что с вашей помощью мы получим решение, и правоохранительные органы начнут все-таки заниматься вплотную данной организацией. Я вам открою секрет. Я разговаривал с сотрудниками полиции. Очень много заявлений сейчас находится там. Вот я как бы сейчас инсайдерскую информацию выдаю. То есть может, потерпевших очень много. Так. Очень много и в Ленинском районе, и в Октябрьском районе. Заявления лежат. Хорошо, присаживайтесь. Ну, поскольку все-таки у суда отсутствуют ответы на запросы о ХКФ-банк, ну, по-моему, кредит у нас банк, не представлена информация о наличии кредитного договора, о сумме договора, копия договора не представлена, а также не представлена информация размера денежных средств, который был в рамках кредитного договора получен. Также отсутствует информация о лице, которое оформлял, подавал заявку на получение кредита. И поскольку у нас все-таки имеются отсутствует информация вот об этом размере денежных средств, которые составляют разницу между возвращенными денежными средствами и той суммой, которую указывает истец в исковом заявлении. Разрешается вопрос о привлечении в качестве третьего лица ООО «Всегда да», направлении копии искового заявления и направлении повторного запроса в ООО «Кредит» и аналогичного запроса в ООО «Всегда да». Пожалуйста, мнение представителя. Да, еще в предыдущее судебное заседание я говорил о том, что нужно привлекать сразу в качестве тех лиц, в том числе и «Всегда да», да, и обращал внимание, чтобы явку их признать обязательную. Ну, как минимум, установить то должностное лицо, которое оформляет вот эти, вводит вот эти персональные данные, и допросить его здесь в качестве свидетеля. Вам же известно, уважаемый представитель, что мы не можем признать явку негосударственного органа, его представителя обязательной. Вы не услышали меня, что я хочу. Я хочу допросить свидетеля. Но для того, чтобы допросить свидетеля, мне надо знать, что за свидетель. Поэтому есть здесь два варианта. То есть в предыдущих судебных заседаниях, в другом деле, представитель ответчика говорил о том, что это работник банка. Ну, угу. Это, не знаю, как, плохое слово, не плохое, это ложь. Ну, менеджер, наверное, все-таки какой-то. Это не работник банка, это, я предполагаю, это работник
этой клиники, специально обученный пользоваться этой программой. Вот я хочу установить, во-первых, чтобы этого работника допросить в качестве свидетеля, потому что, на мой взгляд, все-таки мошеннические действия присутствуют, потому что многие пациенты, когда сообщают персональные данные, они не думают, что они берут кредит. Они берут рассрочку, как угодно. Им там говорят какая-то страховая программа, айдента какая-то федеральная. То есть очень много красивых слов. Люди там в трансе находятся. Я не против, я хочу, чтобы все-таки была явка их признана обязательно, или, по крайней мере, запрошена информация, кто конкретно производит вот это оформление кредитных договоров. Если это работник банка, так чтобы они так и написали, что такой-то работник это вел. Потому что в любом случае это вот производится под логином и паролем. То есть это конкретно человек должен быть завязан, потому что это материальные ценности, это ну просто так не делается. Я хочу установить этого человека, который это производит, и допросить его в качестве свидетеля, чтобы он нам все-таки показал, это рассрочка предлагается, либо это кредит предлагается, под каким соусом. Потому что говорят об одной сумме, а тут выясняется, что какие-то суммы удерживают. Извиняюсь за выражение, я просто приведу пример. Я если прихожу в магазин, да, ну, условно говоря, покупаю буханку хлеба, ну, может, не продукты там, ну, хлеб, да, я беру хлеб, потом возвращаю, мне возвращают все деньги. Мне с меня ничего не удерживают. Я сколько заплатил за хлеб, столько мне вернули, отказался. Точно так же и здесь. Любой покупатель разумный понимает, что если я отказываюсь, условно говоря, от телевизора, мне все деньги возвращают, ничего не удерживают. Понятно, хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста, мне не представили отличку в отношении привлечения третьего лица ООО «Всегда да». Суд определил привлечь в качестве третьего лица ООО «Всегда да». Повторить запрос в «Хоумкредит Финансбанк». Запросить ООО «Всегда да» информацию о наличии взаимоотношений между Хоумкредит Финансбанк и данной организацией «Всегда да». Запросить информацию о том, кем заключаются конкретно кредитные договоры при оформлении клиентами в ООО «Кристалл» договоров услуг. Еще раз, не кем, а кто оформляет. Кем понятно клиенту? Кто участвует в этой операции оформления? Ну, чтобы они не соскочили, отвечая на вопрос, что они скажут, ну как, Иван Иванович, или там, мой доверитель. Между кем и кем, да? Да, чтобы не между кем и кем, а кто делает эту процедуру, кто оформляет. Кто осуществляет процедуру оформления. Технические функции кто выполняет? Это происходит через программу, то есть ни в какой банк человек не приходит, это происходит у них в кабинете. Хорошо, в связи с привлечением третьего лица, так, ну, правильно суд понимает, что в данном судебном заседании мы не сможем рассмотреть дело по существу в любом случае, потому что у нас ответы на запросы никакие не пришли, да? Разрешается вопрос об отложении судебного разбирательства. Пожалуйста, мнение представителя ИСТА. Я считаю, что изначально, как я озвучил, в принципе не может рассмотрение быть дело по существу, поскольку дело начато при рассмотрении в другом составе суда. И технический вопрос, который сейчас мы выяснили, что документы не пришли, соответственно, нужно повторить. Но я все-таки прошу суд вынести частное определение или там какие-то штрафы на ту организацию, которая по первому требованию не предоставила документы. Потому что это расслабляет. Это означает, что они в следующий раз не предоставят. А у нас все-таки есть какие-то сроки. У нас есть все-таки, ну, извиняюсь за выражение, это деньги. Это деньги. Это мои затраты. Я понимаю, что у меня в договоре прописана фиксированная сумма. Я специально так сделал, чтобы я понимаю, сколько может тянуться по времени. Поэтому, чтобы с человека не брать большие деньги, я ограничил вне зависимости от количества судебных заседаний. Но я тоже, извиняюсь за выражение, себя уважаю. Мое время стоит деньги. Я не хочу сюда ходить просто так, потому что кто-то чего-то не предоставил. Считаю, что нужно вынести штраф на один из банков, чтобы было показательно. Штраф суд вынести не может, потому что они у нас лицо, привлеченное к участию в деле. Здесь речь идет о истребовании документов. Вот если на следующий запрос суда, на повторный запрос суда не будет ответа, в данном случае тогда суд вправе вынести частное определение. Пожалуйста, мнение представителя ответчика относительно отложения судебного разбирательства. Мнение выражено, пожалуйста.
суд определил в связи с привлечением третьего лица отложить судебное разбирательство.